Хай, Макс, я вам желаю тебе успеха. Сегодня буду производить 88-ю серию, я показываю, транслирую. Вот мой альбом «Нун», «Опомнить человек». Вот он. Радикальный brutal death metal. Вот такое оформление. Можешь приобрести. Вот. Оформление я сам делал. Ну, это понятно, что не. Это с какого-то концлагеря. На. В принципе, на. Будущее еще, наверное, блин. Так. Вот. Тут, значит, он напомнит, прах к праху, лживый мессии, с петлей на шее, бог лжи. Под знаменами свободы, горящие кресты, час расплаты, обнажите мечи. Террор и бонус-треки «Сила и зла». Это кавер на, ну, текстовый, кавер на «Decide». «Тошнота», «Триумфатор», «Черный облик», «По ту сторону». Вот, вот треки. Вот я сейчас ставлю, вот у меня есть на моем канале, как я это продаю. Значит, вот я разместил первый этап. Вот, я разместил промо-версию на своем YouTube-канале. Вот она. Ну, тут другое оформление, потому что это другой альбом, я его подарил родословно. Ну, в принципе, песни те же, только в другом порядке, там, другое издание чуть-чуть. Вот, значит, ну, материал почти один к одному тот же. Так, вот, значит, CyberMag Digital Records. Present CD, Нун, опомнить человек. Max Records MR005. Limited Edition, да. Вот, я включаю, чтобы ты ознакомился с этим альбомом. Данная запись выложена в ознакомительных целях. Вот, чтобы промо-запись. Диск, слушай. Читайте текст ниже под видео. Вот. Значит, так. Как я нахожу клиентов? У меня есть на Фейсбуке. На Фейсбуке есть. А, ну да, да. Заглючил. Бывает, глючит интернет, так что извиняюсь, сейчас. Сейчас увидишь. И бывает у меня тут форс-мажоры. Заодно, видишь, пропал. О, не удается получить доступ за это самое. Вот такое вот. Подлый интернет. Ладно, пока вот смотри, как выглядит мой диск. Вот он. Оформление. Это оформление по моему требованию делали, когда у меня еще компьютера не было. Еще в 2000 году, да. Вот, это делал мне чувак один, не помню. Левосек, я бы сказал, потому что он не был доволен таким оформлением. Не правосек, а левосек. Не наш человек, левый. Короче, блин, ну, сделал неплохо. Вот, значит, ну вот, вот, возобновилась. Вот моя страничка на Фейсбуке. Логотип тоже на парт мой, команды мои все-таки. Вот. Команда 99 года мною организована, я лидер, а не какой-то там Тёма, он там любит приписывать себе мои победы. Вот. И сейчас 2018 год, и команда до сих пор существует, и записываем альбомы, ну то есть корень это я набираю людей, и мы записываем альбомчики. Ну вот, короче. Вот есть тут CyberMax Digital, две странички у меня. Вот, управляет страницей CyberMax Digital. Ну, бывает, мне люди пишут в сообщения. Сообщения пишут, типа, вот хочу купить вот этот альбом. Вот этот альбом. Я пишу, как бы я использую машинный перевод, я английский не очень хорошо знаю. Ну, люди меня понимают. В основном на английском языке пишут. Так, ну бывает там на испанском, на португальском, на болгарском было раз.
Вот. Чего не было, так это на иврите никогда еще не было. Вот. Так, значит, ну что, я им пишу, в каком виде вы хотели бы купить, в цифровом или в таком? Ну, они пишут в цифровом, потому что в таком это ж дорого, и сидерка. Ну, короче, я говорю, вот материал точно такой, как вот здесь, на YouTube-канале, ссылочку копирую, так раз, копировал, ссылку скидываю. Они, да, о, классно, альбом хочу купить. Ну вот, я им скидываю свои реквизиты, которые есть у меня, да, где тут у меня сейчас, вот мой канал, скидываю свои реквизиты, вот, о канале тут есть, вот, 51, номер моей карточки. Запись. Вот, тут у меня 3, на сегодня 25 июля у меня 36142 просмотра при 84 подписчиках всего. Вот так вот, учитесь, сынки. Так, вот, значит, ну, короче, скидываю номер карточки и скидываю... Беру у них адрес почты обязательно и использую вот такой вот, классный файлообменник бесплатный. WeTransfer называется. Вот туда раз. Ну, как им пользоваться, вы, думаю, знаете. Вот. Вот, короче, туда скидываю. Ну, сначала я получаю денежку. Вот, это моя почта тут, и скидываю это самое, потом add your files, то есть прикрепляю файл, и человеку, купившему этот диск, приходит оповещение на почту, что пришел файл. Он мне пишет, да, пришел файл, если не пришел, ну, такое редко бывает. Это только если в России, ну, с России у меня никто ничего не покупал, там в основном эти нищеброды живут, ну вот, к сожалению. Ну вот, этот альбом я продал уже в таком цифровом виде 25 раз. 25 раз, да, и один диск подарил, и один диск продал, так вот, отправил диск. Вот, Укрпочтой в Америку отправлял, да. Через Укрпочту. Ну, за счет покупателя, конечно, не за свой же счет. Все. Вот. Сейчас это возможно. Укрпочта работает так, что можно за счет получателя отправлять. Да, ну, вот так происходит сделка. Потом иду, получаю денежку в приватбанке и все. Там долларовая карточка, евро карточка есть у меня. И все. Ну, в основном на эту оно переходит просто и по курсу гривны, там процент снимается, конечно, ну, то феня. Вот, Макс Вехов, желаю тебе успехов, без всякого там есть там Bandcamp какой-то, блин, сайт. Данная запись вложена, ознакомительная. Можно и так, вот тебе простой способ, как можно это все делать. Все, подписывайся на мой канал, покупай этот диск, рекомендую, не пожалеешь. Мочилова конкретная. Hate Forest отдыхает, я бы сказал. Вот. Тут я сам все сыграл, а не так, как там. А на работах Саенко, я бы сказал, ну, не знаю, чем она так. Там, где он сам играет, все, ну, там барабаны туповатые. Мог бы помощнее сделать их. Не знаю, мне нравятся только альбомы там, где они живем играют. Потом уже это, уже какой-то примитив. Я бы сказал. Ну, вокал у него, да, мощный. Да, вот вокал действительно мощный, да. О, все, желаю. А, и качество записи там хуевое вообще, пиздец. Мне это лучше. У меня качество гитары слышны, сочные. Но это 2000 год. Вот, пока-пока. Данная запись вложена в ознакомительный сервис.